Для актива человечества, если это человечество, полностью обезумев, не взорвет себя целиком, на что признаки мы видим, да? Что там лукавить? Это же всякий, у кого есть хоть какой-то ум, он видит. Вот если мы не уничтожим все, что создали за несколько десятков тысяч лет наши предки, то, я думаю, мы опомнимся, будем жить скромней и умней, и добрее, что важнее, чем умней. Потому что умнее умеют и искусственные интеллекты. А это нам зачем? У нас своя жизнь. У людей. Искусственный интеллект поживет с искусственным интеллектом. Не наше дело. Свою добрую человеческую жизнь. По возможности добрую. Так нет, все уже написано, и сказано, все есть. Только мы этого не делаем. По причине слабоумия. Я вам как специалист говорю. Можете вырезать? Нет, ни в коем случае.